Юр, ну, хороший сегодня матч, хорошая команда, и сами из лучших, они вызабили мяч, день удался. Ну, конечно, мы настраивались на победу, понятно, что «Спартак» на втором месте идет, и команда с историей, но мы настраивались так, чтобы победить их и порадовать наших болельщиков и себя тоже. Не опасно было играть? Ну, конечно, опасно. «Спартак» хорошая команда с хорошими исполнителями. Но мы рискнули, и вот что из этого вылилось. Хотя у них тоже моменты были, и там нас простили пару раз.